Игла вводится резким движением в зону неба. Игла 4,5 цуневая. Просим больную внимательно наблюдать за всеми ощущениями, которые будут у нее возникать. У нас буквально 2 минуты после начала процедуры. Ой. 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 Игла находится в глубине тела на 4 цунь. Вы можете говорить с нами, можете описывать все, что вы чувствуете? Я чувствую сильные боли. Какие боли и где они? Особенно в тазовых костях. В тазовых костях. В тазовых костях. Ой. 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 Сейчас коленных суставов. Угу. Ой. 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 Ой, коленный сустав. Ой. 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 Ой, больно. Чего? Ой. Ой. Мы видим, сколь интенсивен выход экзопатогенных энергий. Данное ощущение, которое испытывает больная, полностью подтверждает абсолютную правомерность древнекитайских текстов. Когда выход экзопатогенных энергий сопровождается мощными ощущениями в меридиональной системе. Вместе с тем вы говорите, что у вас таз больше, да? Что конкретно у вас в тазу? Кости раздвигает сильно. Раздвигает кости таза? Кости, как будто, вот вы знаете, как в природах. Как природа? Как в природах, вот это все, тазовые кости. Угу. Обратим внимание. И вот боли вот в этих конечностях. Угу. Ой, сейчас боли в коленных суставах сильно. Угу. Ой. Мы видим, какие вынужденные положения занимает организм больной. Ой. Ой. Вы сами могли такие движения сделать? Нет. Это помимо вас происходит? Это помимо меня. Угу. Кто-то их поднимает. Угу. То есть как некая сила помимо вас это делает? Да. Угу. С болями. Угу. С сильными болями сопровождается. Угу. Хотите сделать передышку, но организм нет, помимо нет. вас... Совершает нет. эти движения, да? Ой. 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 Мы видим, больно. Какие больно. Движения. Ой. Ой. Ой, коленку. Ой. Ой. Ой, 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 как больно, ой, тянет. Ничего, 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 ничего. Чего мы видим, даже щелчки. Ой, 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 как тянет. Превосходно. Ой. А что в тазу вы ощущаете? Ой, ой, сейчас больно во всем деле.
Ой. Ой. Теперь слева, да? Ох, теперь это надо. Угу. Ой. Ой, как тянет. Угу. Мы видим. Ой, как больно. Мы даже видим, как щелкает у вас. Это где у вас позвоночки щелчки раздают? Позвоночники щелчки. Мы видим, как буквально запредельный диапазон движения. И опять щелчки у нас раздаются. Не дает. Не дает. Видим уже новая поза. Нога согнута в колени. Больная буквально делает шпагат. Сколь интенсивно сидит в организме экзопатогенная энергия ветра и холода. И организм избавляется от этих патогенных энергий, которые так мешают ему нормально функционировать. Видим новую позу. У нас опять щелчок. Это была поясница, да? Поясница. Мы видим тот же шпагат, но уже в обратном направлении. Ой.
возникает ротация буквально вокруг оси позвоночного столба. И вот мы видим, как фактически организм занимает сам те позы, которые используют у нас специалисты по мануальной терапии. И организм сам лечит себя. Что, собственно, еще раз подтверждает абсолютную правомерность древнекитайских теорий о влиянии экзопатогенных энергий на функции организма. У нас 10 минут после окончания процедуры проведения техники послабления, введения и вращения в точке Гуаньюань. Что вы можете сказать? Как вы себя чувствуете? Да, облегчение. Я чувствую облегчение, как будто с меня сняли тяжесть. В ногах легкость чувствую. Стало легче голове. Жар перестал в голове быть, как боли в голове жар перестал. Легче руке вот это стало. Даже руке правой легче стало? Да, легче стало правой руке. Но там что-то еще вас беспокоит? Или беспокоит. Вообще... Вы знаете, как будто вот мурашки бегают по рукам еще, вот такие вот какие-то вот ощущения. А до этого была просто боль у вас? Просто боль была. А сейчас как будто там что-то жило? Что-то, да, мурашки какие-то вот такие вот бегают по рукам. И на этом фоне, говорите, идет облегчение? Облегчение, да, полностью идет облегчение. Поясница, мы слышали, какие щелчки у вас были? Это похоже и в тазу у вас было, и в позвоночнике, да? Там? Да, ну сейчас еще не вставала, но я чувствую, что легче мне. То есть у вас полное облегчение, облегчение и в позвоночнике, да, и в тазу? Да, и в позвоночнике, и ногам легче. Чувствую, что даже ногам, вот как будто вот какой-то ветерочек легкий в ногах. Легкий такой ветерок. Даже ветерочек? Чуть-чуть так, слегка ветерок. В коленях? Тоже легкость, ощущение комфортности. Да, в коленях, но я еще боюсь их сгибать. Чувствую, что полегче. Пока мне боли вообще не чувствую, пока никакой нету.